11-летний Даниил Померанцев – гордость Развилковской детской школы искусств. 8 лет назад он впервые пришел сюда на прослушивание и поразил педагогов своим идеальным слухом. Ребенку давали на клавиатуре любой звук, в любой октаве, в самой низкой, в самой высокой. И ребенок тут же повторял этот звук моментально. То есть мы понимали, что у нас в руках какой-то бриллиант, скажем так, но без огранки. Тогда Даня мечтал играть на фортепиано, но педагоги убедили его обратить внимание на аккордеон. Музыканты знают, как тяжело добиться признания пианистам, а вот народников и духовиков всегда не хватает. Теперь юноша не представляет своей жизни без аккордеона и ласково называет инструмент своим младшим братом. Я с самого детства очень люблю музыку и много занимаюсь, чтобы стать настоящим музыкантом. Учусь в 8 классе музыкальной школе вот здесь, ага. И я планирую поступить в училище имени Шнитке. Сейчас за плечами Даниила множество побед в муниципальных, российских и международных конкурсах и фестивалях. Одно из последних достижений – второе место в музыкальном состязании «Молодые дарования России 2021 года» в номинации «Народные инструменты». В нем принимали участие детки из всех регионов России. Вот в данном случае, если мы говорим о народном отделении, то Даниэль единственный из Московской области стал лауреатом в народных инструментах. То есть он представил, можно сказать, Московскую область. Всего же за последний год Даниил стал лауреатом 6 рейтинговых музыкальных конкурсов, проводимых под эгидой Министерств культуры Московской области и России. Эти и другие победы были бы невозможны без помощи преподавателя Антона Хритохина, который поддерживает своего ученика в любых начинаниях и вдохновляет на покорение новых вершин. Галина Житкова, Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.